пострелять. Жива, здорова, как впечатление? Да я в шоке, господи, мамочка. Фу, каким словом надо могла бы описать? На вопросы надо еще отвечать. С ума сошли. Назови, пожалуйста, последнюю войну Советского Союза. Советского Союза? Да, последнюю его в истории. Что вы молчите, подсказывай? Афганистан! Да, это была война с Афганистаном. Попаду! Кошмар, это очень сильно. Итак, вопрос номер два. За что был награжден маршал Жуков после ледового побоища? Ну, он был... Ну, полностью же. Ну, а за что награжден? Ну, после ледового побоища, все знают. За что он был награжден? Все знают, кроме меня, правда. Ну, он только вернулся с ледового побоища, и какую награду получил? Ни за что! Ни за что. Как его держать, господи? Могу не снимать даже наушники. Вопрос номер три. Какую немецкую дивизию помечали двумя молниями? Это которая свастика? Ну, типа молнии, такие две молнии. Давай откуда тебе вопрос смерть? Я не знаю. Ну, самое жестокое. Давайте я отвечу про Великую Отечественную войну. Это про Великую Отечественную войну. Я не знаю, нацисты. Ну да, да, да. С двумя молниями кто ходил? Да что вы вытворяете? Да, это была дивизия СС. Можно рецелиться, мне кажется. Кто изобрел советский автомат, ставший самым популярным в мире? Да! Не, ну ты уделала. Просто умыла! Я победитель! Последний выстрел. Сейчас я как попаду, вот увидите. Сейчас, сейчас, сейчас. Калашников, красавчик вообще. Я даже знаю про пистолет Макарова. Калашников. Пистолет Калашников? Вспотела. Ну как ощущения? Ты отстреляла все пять? Да мне вообще хочется плакать. Почему? Не знаю. Стресс, нервы, боль, слезы. Спасибо Калашникову. Сейчас, подойди. Еще пятый еще вопрос. Один? Да. Господи. Скажи, кто такие полицаи? Это фашисты, немцы. Ну, не совсем. Может быть, немножко. Ну, кто-то уточню. Из этих. Кто-то из этих, но кто? Кого называли полицаями? Ну, это предатели, которые. Да. Что они делали? Стучали. Это советские люди, переходившие на сторону. А, ну да, точно, я же так и сказала.